Всем привет! Сегодня снова с вами я, Басон, и сегодня продолжаем проходить Fable Anniversary. Так, мы уже такой шкаф с андресулями прокачанный. Вообще, давайте посмотрим, что у нас вообще по данным у нас идет. Так, тело максимум, здоровье максимум, выносливость максимум, скорость максимум, меткость, хитрость не прокачана еще, магическая сила прокачана. Стену огня мы еще не покупали, даже не качались. У нас даже 59 силы, куда она нафиг нужна нам уже? Нельзя ее перевести, жалко. Стена огня, огненный шар, боевой рывок у нас 3 уровня, мультиудар, есть молния прокачана на 1 уровень, ярость богов максимум, арда нам не нужна, по крайней мере пока. Кулак воли, остальные принципников, щит, берсерк, не покупал, рывок убийца купил. Град стрел, так, ладно, у нас квестов никаких новых нету. Плохими мы не собираемся становиться. Поэтому пока здания не выполняем. Потом, если что, захотите, можно, в принципе, эти все здания выполнить будет. Даже плохие. И какие-то там с плохими дверями поговорить, которые просят вас убить, там что-нибудь еще. То их можно тоже выполнить, в принципе. Что за некрополис? Теряная бухта. Селище Архона. Давайте поднесемся. В общем, можно выполнить задания, даже плохие, но потом прийти и бабки пожертвовать в храм Айво и стать добрым. Так, кто у нас тут? Ух ты! Привет, ледянки. Пипец, у меня маны стало. Да, вы живучие гады. Даже с этим мечом долго бьёт какой-то. Да ладно, я что всех вас так замочу, задолбался. Так быстрее получится в итоге. Так, всех зацепил. Да они даже для магии жирные больно. Да ладно. Вот так набирать надо этот показатель. Так, я туда пришел. А почему меня туда зовет тогда? А, ну да. Мне же некрополис. Северное предгорье. Там опять этих призывателей дофига. Надо хоть арбалетиком поюзаться там. Посмотреть, что это из себя представляет. Плюс у него 3 ячейки, это вообще жесть. Если он и так-то по 200 с лишним, если натяжку дает много. Ах да, жнец приказал тебя пропустить. Наверное, тебе стоит его проводить. Ага, так я сразу и разбежался. Сегодня твоя очередь, и ты это знаешь. А, к чертям все. Иди за мной. Мечи мастера у них там, блин, офигеть. Видели какой-нибудь камни для заточки, что там еще урон увеличивать просто? Все, дальше я пас. Тут, знаешь ли, небезопасно. Город кишит привидениями. Бедняги даже не догадываются, что они мертвы. Короче, гляди в оба, пока будешь искать эти свои знаки или как их там... Знаешь, ты не первый, кто рыскает здесь в поисках камней с гравировкой.
Правда, другие отыскали больше, чем смогли унести. Мало кто из них выжил. Короче, успехов! Так, ну погнали. Это что, мне все перекапывать здесь? Плита. Какие-то создания. Да ладно. Вообще хоть и заклинание, что у нас есть. Данные. Боевой рывок. Так, а умение где? А, вот навыки. Так, боевой рывок. Назначить. Так, вместо чего мне назначить-то его хоть? Давай вместо огненного шара. А, то есть он может тупо сносить. Да блин, слушайте, мочить-то можно будет. Блин, здесь походу вот так вот лучше. И все. Да ладно, вы что, шутите? Ладно, будем копать тогда могилы. Пипец, это вообще сейчас, если будут вылазить как нежить везде по всей карте здесь, это вообще будет... веселье. Как и думал. Семьсот с лишним, это еще не прокачано. Это каждая, получается, по 400 носит. Вообще жесть. Так, сундучки здесь подкрываем. Хоть здесь может что-то есть. О, ловкости. Mm.
Да, конечно, баги присутствуют везде. Я только не пойму, кто здесь. Так. О, демоническая дверь. Не хочу быть врагами. Стоишь себе, ждешь. Потом загадки эти. Что за жизнь? Лучше бы мне родиться сундуком. Обожаю ключики. Блестящие такие. Серебряные. Я что угодно за них могу отдать. Ты мне свои не подаришь, а я тебя пропущу и все такое. Все, как знаю, выделено. Без серебряных ключей не... Ну и ладно, потом, когда соберу все 30 и открою все сундуки, тогда уже и, грубо говоря, поговорим. Здесь есть какая-то сила. А так я не буду отдавать ключи. Иди сюда! Еще золото накопал. О! Подойди ближе. Иди сюда. Эта могила зовет. Подойди ближе. Так, покопаем еще могилки. Эликсир здоровья. Здесь есть могила. Да вы меня задолбали. Да ладно, здесь оборотни тоже есть. Да ладно. О, 25 ключей сундучок. А у меня только 19. А там еще есть максимально 30, по-моему. То есть мне еще остается 11 ключей найти. Так, эту мы успели капнуть в могилку? Успели. Так, 25 ключей. Что там опять, что ли, появились эти? Так, здесь сундучок. Один из ключей. Где же они еще могут быть, если уже игра, в принципе, больше наполовину пройдена? Так, а здесь половить что-нибудь в водичке можно? Опять ты. Да, добивает, фиг знает куда. Здесь ничего не половишь. И на мосту тоже, наверное. Ни с этой стороны ничего нету, ни с этой. Там...
О, здесь есть что половить. Сейчас стопудово ключик какой-нибудь выловим. И будет 20 ключей. Давай ловись, рыбка. Давай, 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 давай. Блин, как остается чуть-чуть, так начинается. О, как раз ключик 20. Насколько я помню, у нас в гильдии один такой сундучок на 20. Еще где-то валяются. Да и хрен с тобой, прыгай там дальше где-то. Какой-то неугомонный, а? Радости начинаются. Так, покопаемся. Что у нас в этой могилке есть? Тоже ничего. И здесь у нас ничего. Твою мать! Только мне тебя еще не хватало. Пипец, у него волна. Так, что у нас там вообще хоть мы за зелье-то на ты были? Промазал? Так, вечные ловкости. Использовать. Так, еще зелья кинус. Вечной воли. Маны теперь больше, чем здоровье. Мне теперь, в принципе, пофигу. Не, маны регенит. Дофига. Я могу вот так вот. Да блин, ты задолбал уже. Мне уже это в принципе пофиг. У меня тут мана до хрена. Это можно щит юзать. Дофиги еще времени. Вы бы твое здоровье показали. Ну все. Че, одну бутылку маны и все. И при этом я так смотрю, даже с включенным щитом мана регенится за счет этого меча нашего. Ну да, даже с включенным полностью. То есть не блокируется реген маны, как до этого был.
Это зашибись. Может, то есть под щитом ползать или генить ману еще. Только будет раздражать звук от этого щита. Последняя могилка. О, привет, ребятки. Я вас сам здесь познакомлюсь. Мужики, мара на небеса. Как множитель лезет, это мне нравится. Двадцатка просто так. Сейчас 21, 22, ну вообще. Двадцать пять почти набивает просто заряд. Шарик свой. Меня пухнет. Сколько ж вас надо убивать-то? Ну, урон, конечно, у них большой, скажу честно. Много приходится заскотать на них. Но зато быстро. Нежели бодаться с ними. Герой, это жнец. Хорошо, что ты нашел знаки. Перчатка колдуна. Даже еще 28 тысяч набрал. Че, неплохо. Так. Теперь возвращайся в Белогорье. Попробуем пробудить Оракула. Так, Белогорье, где у нас? Зачем бегать, когда можно телепортироваться? Так, теперь нужно к этому сходить. Блин, доспехи Архона бы сейчас пригодились, конечно. Но ключи отдавать не хочу. Ты нашел знаки. Очень хорошо. Теперь мы можем пробудить Оракула. А сам он не мог найти, да, значит? О, великий Оракул! Даруй же нам знание, коего алчим мы. Что угрожает нам? Пророчество сбылось. Человек гильдии здесь. Ты идешь по стопам того, чью маску носишь с собой. Джек из тени пробудил спящую силу призывающих. Кровь твоей родни он использовал за бронзовыми вратами, чтобы напитать свое новое заклятие. Но теперь маска душ в твоих руках. Используй ее, чтобы насытить святилище Архона и открыть врата. Иди и встреть свою судьбу. Значит, Джек снова обманул свою смерть. Не видел я прежде подобных ему. Я тебе не завидую. Бронзовые врата в здешних краях слывут знаком смерти. Возвращайся в святилище к Брайер Роуз. Может быть, она знает, что делать с маской Джека, а мне предстоит вернуться в гильдию. Да пребудет с тобой судьба. Да пребудет с тобой сила, мой юный подаван, блин. Что бы поговорить с... Ты получил новое задание. О, а ты кто? Слышали? Оракул пробудился. Я знала, что это не сказка. Жаль, я не знаю, как задавать вопросы. Хотя, постойте, не вы ли это нашли древние знаки? Чего же вы ждете?
Используйте жесты и спрашивайте. Оракул многому может научить. Он... И как их использовать? Ну, я встал сюда, и чё? Оракул многом. И как мне их... М... Что, типа, стрелка... Янки... М... Карта-то влияет вообще. Да хрен с этим оракулом. Погнали. Так, я проще, наверное, телепортируюсь так. Так, Оквейл. Сюда. Перенестись. Так быстрее будет. Здорово, что ты еще с нами. Эти письмена, они просто потрясают. Все указывает на то, что новое обличие Джека явится именно из бронзовых врат. И эта конструкция не что иное, как ключ к ним. Но, похоже, нам потребуется души трех героев, чтобы запустить механизм. Вечно они все усложняют. И ведь не простые души, а особенные. Первая должна принадлежать королю арены, не меньше. Ты, конечно, можешь и сам себе голову откусить. Но я тогда тут со скуки подохну. Может, имеет смысл навестить Громобоя? Уж он-то знает арену вдоль и поперек. Я связалась с гильдией, и там сказали, что он сейчас в Нотхолглейд. Маска Джека у тебя с собой? Отлично. Она понадобится для поимки душ. До сих пор не могу поверить, что он все еще жив. Ладно, а я пока займусь переводом второй надписи. Да, юный герой, я вернулся. И у меня к тебе есть одно дело. Ты ведь уничтожил мой меч, помнишь? А знаешь, сколько столетий я потратил на его поиски? Да посрать на сколько. Но дело сделано. Скоро я буду так силен, что тебе и не представить. А ты станешь первой жертвой. Да ладно. Пугать меня вздумал. Так. Гильдия героя зайдем, посмотрим, там сундучок вроде был, не помню, то ли 20, то ли 25 нужно на него ключей. Сейчас заодно и проверим, может что-нибудь типа, вкачаем себе еще дополнительно. Но я бы как раз занялся ловкостью, прокачать полностью ее. Так, плюс еще, я думаю, кое-что здесь прикупить. Вот он, отважный аватар. Так. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Восемьдесят пять есть, 70. А купить давай по максимуму. Хрен знает, что нас ждет там замахач. Так, шоколадные конфеты. Купить. И рыба, морковь, шок, муки. Ах ты маленький негодник. Ты кого тут негодником назвал? Тут перед тобой великий герой стоит, а ты... Ага. Угу. Как раз 20. В тему ключи нашел. Большой молот Марина. Что за дуру мы нашли? Так. Хрена себе у него урон. 240 плюс 10. 250, ну на 10 больше моего меча. Он тяжелый, двуручный. У этого модификатор опыта, модификатор уклона. Плюс урон 310 получается.
Ну-ка, посмотрим, как он вообще выглядит. Да, дура, конечно, большая. Так, где у нас обратно мое оружие? Использовать. Двуручники я что-то не очень полюбил. Так. Еще хотел сходить поискать последний гриб. Чудесно! Насколько помню, то ли на поляне для пикника был. То есть надо из гильдии выйти и сгонять туда. Вылечить того же ребенка, который там плющит и колбасит. Пришли сделать покупку. А что у тебя за покупки? Просто не верится. Спустя правда. Сотни лет путь в северные пустоши снова открыт. Что? Ух что ты! Ты сделал? О да! Так. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Мастер рун, разбойник, клинок, кондитер, курощуплица, зад. Ёб твою мать. Так, где-то там у нас, по-моему, направо шла эта тропа. Нет, та в город идет. Вот сюда, по-моему, на пикники. О, здесь что-то половить можно, еще тоже не заметил. Давай, давай. Попалась. Эликсир вечной ловкости. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, эликсир вечной ловкости. 1100 еще. Ну ладно, нормально. О, поляна для пикника. Здесь кто-нибудь есть? Ой. Как знаменитый герой. Каков герой? Здесь что, ни у кого ничего нету? Я здесь уже был. Интересно. Так, гриб я, по-моему, выловил, когда купец уронил его. Так. Второй у нас за этот письмо отправляли. И у нас еще одна. Где же мы была? А, одну мы украли. То есть получается у нас на пикнике мы одну нашли, наверное, или чего? Хрен поймешь, короче. Ладно. Мне нужно Холмогорий дубовый дол. Где он там сказал нам задание? Сучковые просеки. Ладно. Сучковая просеку, так сучковую просеку. Так, переместиться. Послушай, я уже устал повторять. Не нужен нам герой. Впервые за все эти годы нас не атакуют, не осаждают. И не похищай. Так что оставь нас в покое. Работы нету. Ты. Брайер Роуз сказала, что ты придешь.
Я расскажу тебе все, что знаю, если это единственный способ от тебя избавиться. Мы оба короли арены. Но не секрет, что и в прошлом было немало героев, удостоенных этого титула. Ты найдешь их вместе их величайшей славы в кровавой пыли арены. Говорят, что души прежних победителей витают над ней поныне. Теперь проваливай, если, конечно, ты здесь не по мою душу. Все остальное ты уже получил. Зачем тебе тащиться на арену? Прямо возле тебя есть замечательная душа. Ну и пошел ты в жопу. Я лучше-то на арену сгоняю. Так, где у нас арена-то была? По-моему, на острове что ли каком-то? Что-то я забыл, где арена у нас? Так, ну-ка, зайдем в карты у нас. Угу, арена, там получается у нас. Так. Долго идти придется. Ну, придется пешка драпить тогда. Грома я валить не собираюсь. И так мужик настрадался. Мы не будем злыми. Закрываются. Где тут у нас был ассасин? Вылез. Я ж тебя вроде убивал. Че, все что ли? Так и будут постоянно вылазить во всех местах. Угу. То есть нам еще раз нужно пройти всю арену. Но учитывая, что у нас экипировка покруче уже. Меч такой. Там молот, если можно что одеть. У него урон побольше-то будет. Плюс маны, здоровье дофига. Бутылок еще 50 раз там тоже. Давай, дохни, эти големы вообще быстро нужно будет убивать. Оборотни, по-моему, вообще с двух там рут. Нахрен ты лезешь под него? Ну, сдохнешь, ладно. Не мой косяк. На, плюс у нас меч чума, ну и какой регенки, вообще зашибись. Камушки. Ну давай сгоняем еще разочек на арену-то. Что уж так делать-то? Чё-то я не понял. Что здесь произошло только что? Рад вам услужить. Гладиатор. Что здесь произошло-то? Куча трупов на арене. Все мертвые существа убили всех.
Доигрались на арене, короче говоря. И тишина такая. Стражник с воплем пробегает мимо. Беги, беги, спасайся! Эти твари появились в помещениях и стали всех убивать. Я так понимаю, призыватели, что здесь? Боишься драться с другим героем, да? Прекрасно. Я приготовил для тебя развлечение. 460 это дури. А мана-то у меня как раз дофига. Мне пофиг, у меня щит максимально, тут еще мана дофига. Приготовил на развлечение. Так, все. Ну ладно. Пошли на арену. А, тут еще же это. Ох, ни хрена себе. Чего тут еще можно взять? Все, что ли? Хлебануть для храбрости. Так, там же этих зелий набрался. Ууу, нифига я тут запасся. Тут не только на черный день. Тут на все дни, какие только можно было запастись. Можно просто тупо одними зельями восстанавливаться. Дамы и господа, вас ждет особое выступление. На ваших глазах героя разорвут на части тролли и миньоны. Зашибись. Ладно, погнали. Сначала надо с мелочью разобраться. Хотя можно и вот так вот поиграться. На дне выгребной ямы тебя ждет очень важное задание. Да ладно, ну уж как-нибудь так. Уже все. Два миньона всего лишь. Минус один уже гопник. Ну что это? Снова тролли? Сколько еще выдержит наш утомленный бывший чемпион? Да ладно. Сколько? Да сейчас ты узнаешь сколько. Я не буду разобрать. Да само собой. Как же вы меня достали? Давай, умирай. Ну-ка, если одеть этот молот, на котором нашли?
Что? Нет? Десять с лишним, но скорость так и меньше. На дне выгребной ямы тебя ждет очень важное задание. Давай. Умирай. И вновь любимые миньоны Джека. А с ними новые щенята, чтобы герою было с кем поиграть. Да ладно. Хрена себе ты молот. Прошибает даже этих миньонов. Да ладно. Сумеет ли наш герой справиться со стаей милых пушистиков? Надеемся, что... Да ладно. Всех хоть накрыл-то. Одного оставил только. Да, с таким, конечно, молотом урон большой, но... Давай, иди сюда. Вот как он мажет. Да посрать. Меня же этот мультиудар, он пробивает все. И господа, представляю вам гостей из солнечного Белогорья, призывающих. Да ладно, нифига себе у них урончик. Пятьсот, шестьсот, нифига себе урон этого молота. Наложим пробитие. Оно вообще прошибает, пофиг какую броню. Любой блок прошибает, надо было вкачать его еще. Миньоны и призывающие душат гильдейского ублюдка. Что может быть приятнее? Интересно прокачать мультиудары, сколько там будет у него урон носить. Да ладно, мужик, пора умирать первым, без списков. Да ладно. Блин, некоторые заклинания, кто недооцениваешь, они зашибись уходят. Ну все. Итак, ты нашел первую душу.
Но святилище алчно. Она захочет еще и еще, пока не насытится. Интересно, чья душа станет следующей? Ржет, как ненормальный. Сто с лишним тысяч. Ты уже заполучил душу с арены? Возвращайся в святилище, посмотрим, что выйдет. Так, надо в гильдию сгонять. Так, гильдия героев. Там нужно прокачать, насколько, по-моему, меткость, что ли. А. Так, все-таки лучше, я думаю, меч одеть. Регенерация здоровья, усиленные маны, опыта больше получать буду. Так, меткость максимально купили. Хитрость максимально купили. Так, теперь осталось только из этих качать что-то. Мультиудар где-то был здесь. Призвать меч может выучить. Угу. А вот этот уже не хватает. Так, рывок убийцы, берсерк. Угу, мультиудар. Четвертый не получается. Так. Навыки. Угу. Призыв мечей. Назначить. Куда же мне его назначить-то? Вместо фаербола. Так, так быстрее будет. Так, заданий никаких новых нету. Нету. Зашибись. Так, святилище. Где у нас тут? Святилище Архонта. То есть можно по брякушкам вешаться там на стрелы, на урон вот этот мультиудар. Ты должен выпустить душу из маски. И дальше останется только гадать. Надеюсь, это сработает. В жизни ничего подобного не видала. Он черпает энергию прямо из этой души. Ладно, неважно. У нас остается вторая надпись. Она гласит: героиня. Не могу припомнить никого подходящего больше, чем твоя мать Скарлетт Роуп. Правда, есть еще и я. Но, как видишь, я на тот свет пока не собираюсь. Тебе стоит навестить ее могилу в Оуквейле. Я знаю, это нелегко, но помни, что Скарлетт всегда была готова к самопожертвованию. Так, дубовый дол. Где наша родина? Сгоняем за душой мамы. И это убивать не будем. Потому что без нее, получается, мы третью душу не найдем. А-а-а, бедняжка Скарлетт! Мало она настрадалась. Собственной матери возьми лучше Брайан. Все равно она никому не нужна. Дэн, заткнуть бы ему хлебальник. Так, что-то я не туда пошел. Вот туда нам надо. Что-то мне подсказывает, что сейчас будут крики, а? Сразимся бок о бок во имя добра. Жена дома сидит.
Банши, что ли, опять? Я знаю, что ты ищешь, сынок. Но Джек послал легион Банши, чтобы терзать мою душу. Они не оставят меня. А теперь попытаются забрать и тебя. Так, забери душу матери. Ну что? Сколько же вас тут, а? Пошел. И что, мне нужно всех просто убивать? К счастью, ты погиб. А, точнее, погиб, что у тебя за счастье, блин. Ну и ладно, зелье вообще не надо фига. Ну что, мне нужно с этих банш теперь выбить просто ничего? Дух Джека силен, и его новое воплощение почти готово. Но я чувствую, как он боится тебя. Возьми же душу мою и отомсти за нашу семью. Пусть он заплатит сполна, дитя. Ну, первый раз мы за игру сдохли, но у нас, учитывая, что количество зелий до хрена, мы воскресли. Кажется, мы расшифровали третью надпись. Возвращайся в святилище. Так, сначала нужно зайти купить себе еще одно зелье. До девяточки полнейшей. Вот куда деваются те зелья, которые получаешь выше девятки? Нет, чтобы они как-то в деньги преобразовывались, или их можно было продавать? Сразимся бок о бок во имя добра. Пойду прикуплю себе еще одно воскрешение. Так, здесь, наверное, продаются они. Хотя можно себе еще жену одну захабать. Рад вам услужить. Так, воскрешение. Так, духи. Штучки две. Так. Алая роза. Шоколадные конфеты, я не помню, покупал. Так, обручальное кольцо. Остальное, в принципе, нам нормально. Ты послал хватит. Меч обратно в преисподнюю. Рад тебя видеть. Жена у нас что тут бродит? Он просто идеален. Да! А, здравствуй, любимый. Yes! Любовь, как это прекрасно. Так, ладно. Погнали, с жену себе еще одну захапаем. Так, сучка вопросика. Лоз, затерянная бухта. Угу. Перенесемся в святилище сразу же, попутно занесем, так сказать, душу нашей матери. Уверена, твоя мать гордилась бы тобой. Ладно, остается последняя надпись. Старейшая душа. Но мы до сих пор не знаем, кто бы это мог быть.
Да ладно тебе! Мы оба знаем, кто это! Брайер, дорогуша, ты больше не сможешь защищать старого дурака! Герой! Алтарю нужен глава гильдии! Джек! Значит, все правда. Он жив и снова плетет интриги. Надеюсь, послушники гильдии придумают нечто получше. Возвращайся в гильдию и поговори с ними. Так. Снежные пики. Хорошо, хоть в этом призрачном городе никого не надо там кадрить. Приятных впечатлений от визита сюда, сэр. Налей что-нибудь. Да что угодно. Ух ты! Ё, пожалуйста. Ура! А, могущественный аватар. Прекрасно! Ура! Так, всех перекадрили. О, вот эту давайте. Здравствуйте. Эй. Мы могли бы встретиться. Эй. Ты сегодня занят? Восхитительно. Еще? А разве ты мне уже это не... Ты победил! Ты правда победил! Восхитительно. А разве ты мне уже это не дать? Ура! Восхитительно. Это мне... А разве ты мне уже это не дай... Ура! Я слышала, меч уничтожен. Ура! Эй! Ты ну чё? Не занят? Эй! Мы могли бы встретиться позже. Ура! Я так тронута. Я бы хотел тебя снова увидеть, если понимаешь, о чем я. Он особенный. Эй! Пожалуйста, не делай так... Мы это могли бы встретиться. Что ж у тебя за требования такие? Уху! Я так тронут. Ура! Да! Эй! Мы могли бы встретиться. Путь в северные пустоши Ура! Открыт. Интересно, жива ли там моя семья? Еще? Ура! Ну давай. Ура! Ура! Восхитительно. Ура! Ура! Эй! Уху! Мы могли бы встретиться. Об этом до сих пор не думал. Да! Уху! А разве ты мне уже это... Удачи! Йоу! Ура! Да ну, я ж тебе вроде дал кольцо уже. Агат, рубин, бриллиант, изумруд. Рубины дарил. Бриллиант, что ли, дарить ей? Давай. Жизнь сестры для тебя важнее остального. О, да! Это мне? Не могу поверить. Ура! Ушли. Туда я отправлюсь. О, да! Эй! Ура! Ура! Ну чё? Эй! Ура! А разве ты мне уже это не да... Ещё! Пошли. Такому можно поклоняться. Туда я отправлюсь. А, могучий аватар! Так, где тут моя хата? Надеюсь, я не в аренду ее сдал. Да! Чем я могу вам сегодня помочь? Может, продолжим наше приключение? Стоять! Спасибо, герой. Было здорово.
Ты сегодня занят? Эй! Ура! Я так тронута. Это мне? Не могу поверить. Ура! Да ладно. Ура! Ура! Пошли. Туда я отправлюсь. Стоять. Эй. Ты сегодня занят? Эй. Мы могли бы встретиться. Еще? По-моему, мне плохо. А разве ты мне уже это не дал? Да что тебе надо подарить-то? Могу брюлик. Есть агат, есть брюлик. Нужна помощь? Чем я могу вам сегодня помочь? Я так тронута. Ну, чё ты там? Ха-ха! По-моему, кто-то плюнул в мое пиво. Что я могу для вас сделать? Чё, давай, трезвей, блин. Эй! Эй! Ну сколько я тут тебя обхаживать? Уже все бабло содал. Не, надо мне завязывать с выпивкой. Эй! Эй! Ну чё ты там? Очухалась? Алкашня, блин. Ла-ла-ла. Ну, поди же сюда, а? Эй, подойди-ка поближе. О, привет! Ну, поди же сюда, а? Ну, ёкарный бабай. Эй. Привет. Здрасте. О, где я? О. Трезвая, давай, трезвей. О, привет! О, привет. А разве ты мне уже это не дай? О, где я? О. Давай, очухивайся. Алкашня. Пошли. Привет. Здрасте. Туда я отправлюсь. Ты победил. Ты правда победил. Ура! Какая-то тормозная, блин. Ура! Нафиг я с торговкой связался. Ура! Давай поженимся. О, наконец-таки. Пятая жена, ёкарный бабай, никогда не берите уже на торговку. Пока ты там ее опоишь по всей хрени, там бабла отдашь сколько. Господи. Проще вздернуться, чем обычную поймать, ей там нафиг ничего не надо. Хотя у торговки, в принципе, сейчас данная может быть большой. И пусть хотя бы на день все невзгоды жестокого мира покинули его. В каждом городе по дому и по жене. Осталось только на стену трофеев налепить. Я без ума от того, что ты сделал. Да. Мне есть... повезло, что я вышла за тебя замуж. А, здравствуй, любимый. Могу я вам что-либо посоветовать? Рад вам услужить. Так, о. Узоры, татуировки, шазовой. Если. Так, а ты чего нас продаешь?
Думаю, мы сделаем вам специальное предложение. Духи? Пипец. А я-то бегал. Серволи, скупим все. Просто не верится. Спустя сотни лет путь в северные пустоши снова открыт. Ваше высочество. Так, а лавка же получается моя уже. Плюс торговки, приданое большое и лавка. Приветик, аватар. Так, это не туда. По-моему, сюда. Дом еще купить можно. Пипец, это сколько же можно домов тут поз... А, получается, я ее дом себе купил и продал. Зашибись мы буржуи. Ладно, поедем в гильдию. Мы зажиточные. Сколько у нас хат? Всех жен перебить нафиг и хаты позадавать. Можно бабло грести. Хотя нам нафиг уже нужно. А то такой кавардак развели здесь с тех пор, как вы ушли. Везде валяются книги, какие-то клочья старой бумаги. А наш наставник-то кто-то вообще сбежал, в лесу отсиживается. Мы обещали никого к нему не пускать. Нашли. Душа, о которой сказано в надписи, это душа Ностро. Столетиями томилась она в заточении на Великом кладбище. Ее следует искать в кладбищенском круге, около входа в подземный ход, ведущий в тюрьму Баргейт. Ловить души? Ты в жизни не слыхал такой чепухи. Что ж, удачи тебе, герой. Наставник думает, мы его зарубим, свалил. Ну ладно. Так, что у нас тут можно прокачать? Нет? Ух ты, нифига себе. Так, здесь максимум, здесь мультиудар. Максимум. Что у нас еще мы хотели прокачать? А, 51 500, чуть-чуть не хватает. Рывок убийцы. Купить, купить, купить. Берсерка мы не используем. Призыв. Смысл есть, нету. Замедление времени. Купим. Не хватает уже. Ладно, на этом, я думаю, закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи, пока.